Добрый день, дорогие друзья! Компания RestProperty приветствует вас в солнечной Турции. Меня зовут Полина, и я ведущая видеоканала компании RestProperty. Сегодня мы с вами приехали в самый центр Алании, а точнее в район ТП. Находится он несколько на возвышенности, за счет чего отсюда открывается вот этот замечательный вид. Вид на Аланийскую крепость, на все побережье Алании и на сам город. Если вы хотите, чтобы каждый ваш день начинался именно с таких картин, тогда я предлагаю вам сейчас посмотреть апартаменты планировкой 3+1 с отдельной кухней. Апартаменты очень просторные, и сейчас я предлагаю вам пройти и посмотреть их. Итак, давайте приступим к нашему просмотру. Сразу скажу, что площадь данных апартаментов 160 квадратных метров. Итак, по правую руку от меня располагается санузел, по левую руку от меня первая спальная комната. Идем с вами далее. Здесь у нас находится отдельная кухня. Далее, встроенный шкаф для хранения каких-то вещей. По правую руку от меня следующая дверь ведет во вторую спальную комнату. Далее у нас ванная комната с душевой кабиной. Прямо у нас располагается спальная комната. Ну а слева у нас находится гостиная. Итак, здесь у нас гостиная. Гостиная очень просторная, также она очень светлая. И, конечно же, главным ее преимуществом, главным ее плюсом является потрясающий вид, прямой вид на Средиземное море и на весь город, и, конечно же, на историческую крепость. Ну и также из мелочей хочу обратить ваше внимание на оригинальное решение оформления одной из стен данной гостиной. И еще хочу отметить, что вид отсюда открывается не только на море, но также и по правую руку от меня из окна вид открывается еще и на озелененную возвышенность. Итак, а теперь давайте с вами посмотрим кухонную зону. Здесь достаточно много места, также хватит места для того, чтобы оборудовать небольшую обеденную зону. В стоимость уже будет входить комплект качественной корпусной мебели. Отмечу, что все шкафчики, которых здесь достаточно много, все они оснащены доводчиками. Рабочая поверхность здесь выполнена из цельного натурального камня. Также хочу обратить ваше внимание, что из кухонной зоны имеется выход на просторный балкон с таким же видом на крепость, на море и на сам город. Ну и, конечно же, еще добавлю, что в стоимость апартаментов также входят и автоматические рольставни. Данный комплекс имеет прекрасную ухоженную зеленую территорию, на которой располагается летний плавательный бассейн. Кроме того, хочу отметить, что около бассейна также имеется терраса для принятия солнечных ванн, откуда вы также сможете любоваться потрясающими панорамами Средиземного моря. Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.restproperty.ru. Ссылка на этот объект будет прямо под видео. Если вам понравился данный видеообзор, обязательно ставьте нам лайки. И не забудьте подписаться на наш канал и, конечно же, воспользоваться функцией колокольчика, чтобы всегда быть в курсе новых видео и интересных новостей нашего канала.